После обеда продолжаем работать. Братья колят, пилят. Работа идет полным ходом. С Божьей помощью. Вот эти вот собирали у нас воровского жука. Так, просьба подойти сюда. Мы с сестрами двоими сходили здесь, вот сейчас вот прям рядом здесь вот ножки. Ну, сорта Марина. По две ложки она пошарит. Господи, благослови. Легкий отдых для вас. Принесли Марину угостить вас. Ну после Марины мы много летели, надо холодной воды выпить, иначе она закисает быстро. О, смотри. Тут лук... Больше всего на работу не выходил Николай Астахов. Я его нашел, подал первому. У тебя самая трудная работа. Он сильно добивался, чтобы я его пустил на работу. Я говорю, нет, ты без ужина останешься. Он ходит, не дает, я устал. Я говорю, ладно, садись, сделай там по фотографиям. Разберемся потом. По две ложки, все на этом. Возьми в руки. И вы свободны. А у вас другой обуви нету, саврезиновой? Есть, кроссовки есть. Ну, лучше тогда, наверное, влезть. Хорошо, сейчас переоденемся. Малина дикая, да? Нет, это домашняя. Кто не брал малину по две ложки? Пойду сестеренька снять. Полную ложку нагревай, полную, горбун. И главное, пошел босиком, а там кусты нарубленные, травой заросло, и они... Поломались и торчат. Я думал, все ноги порву. Кое-как вылез оттуда. Трава, пошел босиком. А да. На траву-то наступлю, а нога, а туда-то никуда, так кое-как. Не каждый сможет. Кажется, насквозь пронзила. Я когда рвал, а вас не закрывайте. Я вам помогал. Так, там выключили, замазали? Замазал, ладно, все. Все? Давай, две ложечки. Я ухожу. Послезавтра розлива не будет, но получается среда. Четверг уже с молоком можем. И малина с молоком, это лучше будет такое. Послезавтра будет розлива, не будет. Масло там раскопим. Малина нынче вымерзла, а потом долго дождение. Не забыл. У нас колхозное поле, если еще мы туда сходим. Если что, напомню. Хорошее? Во. Не беру. Так. Ты ел? Подожди, брат. Благослови, Господи, благослови. Две полные ложки. Я еще там ломился, когда босиком по этому, видишь? А там кусты старые срубленные были. Они обломились маленько, а концы торчат. Я пойду, возьми на это, на кухню пойдем. Иди поснимай, отдохнешь немножко. Так, сестры. Сестры, хватит, сестры. Кому малина, вот смотрите, набрали, по две ложки, по полной. Берите. Берите, давайте. Где остальные? А кого-то не сейчас, хватает. Вот, надеюсь, там ну, что-то он не видно, колышется. Да, сейчас он на него. идет. Так, мы принесли малины, по две ложки всем. А остальное на ужин. Еще. Так, вы знаете, там за ширмой кто есть? Сейчас никого. Никого я нет. Я отдал ваши ложки, принесете туда. Все на этом, выключай. Владимир, отдай.